пора к Хайсуму. Ярл Сигурд, на своем месте. Я скучал по тебе, брат. О да, скучал. Аж разум помутился. Что? Ты долго меня искал? Быть может, тебе приглянулся мой трон? Я делал, как ты просил. И убивал всех, кто возражал тебе. Все было не так. Трандви тебе расскажет. О, да? Правда? Моя жена. Та самая, которую принесли мне в дар, чтобы умилостивить. Да, уж она-то точно скажет мне правду. Что Фулки сделала с тобой? Ты представить себе не можешь все то, что я видел и узнал. Я потомок богов, Эйвор! Властитель войн! Римский Марс! Я знаю, кто я, знаю свою судьбу, и ты не смеешь мешать мне! Брат, прости. Мне нехорошо. Устал после всего, что случилось. Подышу. Он такой с тех пор, как вернулся. Поговори с ним. Может, успокоишь. Попытаюсь. Радуйтесь все и каждый. Сегодня мы будем праздновать. Наш Ярл вернулся. Давайте же первое. Басим, присоединишься? Я еще отпраздную. Но сегодня у меня не тот настрой. Лучше я останусь наедине с собой. Понимаю. Не печалься из-за настроя Сигурда. Он тепло о тебе отзывался по пути. Думаю, он по-прежнему глубоко доверяет тебе. Это взаимно. Я вижу. Приятного вечера. Сочувствие. Я ушел Сигурд. Эй, хвоста. Сюнин, разведай местность. Сильно опечален. Вот ты где, братец. Что это ты здесь делаешь? Я тебя искал. Сигурд. Даг погиб, защищая мою честь. Он так считал. Значит, он был глупцом. Я в этом не нуждаюсь. Моя честь незыблема. Безупречна. Я его отговаривал, но... Не говори ничего. Все в прошлом. Пропасть между ним и настоящим глубока, как смерть.
Меня испытывали. Я прошел через кровь и огонь. И в этих муках переродился. Ты думаешь, что я сломлен, но это не так. Я обрел величие. Мой разум — источник пророчеств. Из видений я узнал, кто я. Поэтому я благодарен судьбе за страдания. Сигурд, я пытаюсь понять, но твои слова... Я не вижу в них смысла. Басим видел это во мне. И Фулке. То, что она сказала... Правда. Я стал чем-то большим. Пусть ты и видишь перед собой лишь калеку. Смотри внимательней, Эйвор. Глубже. И ты увидишь то, что видят они. Ты видишь? Мое величие. Я в толк не возьму, о чем ты. Смотри. Это лицо Бога. Я вижу своего брата и друга, который вернулся туда, где его любят и чтят. Туда, где он должен быть. Ты добр. Но твой взор затуманен прошлым, которого я больше не вижу. Боюсь, наши пути давно разошлись. Иди. Хочу побыть один. Вернись на пир и выпей за меня. Восславь за меня грядущие дни. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Здравствуй, Эйвор. Что случилось вчера? Вы с Сигурдом куда-то ушли во время пира. Он вернулся и молча отправился спать. Мы говорили, но я почти не получил ответов на свои вопросы. Увы, больше сказать не могу. Сигурд винит меня во всех своих бедах и не торопится благодарить за спасение. Что происходит? С тобой он хотя бы говорит. Мне не сказал ни слова. Так, что теперь? Я только из Суссекса. Мы сожгли там все дотла, чтобы спасти одного человека, но он оказался не тем, кого мы искали. Да уж. Посмотрим на карту союзов. Что ждет нас в Йорвикшире? Хальвден Рагнарсон, покоритель Севера, просит о встрече. Хочет лично познакомиться с Эйвором, братом Волка. Ярл Хальвден. Я столько слышал о нем, что кажется, будто мы уже знакомы. Хальвден сейчас ведет войну с пиктами с Северных холмов. Видимо, ему нужен твой совет или помощь. Если хочешь с ним встретиться, отправляйся в его лагерь. Я отметила это место.
Отправлюсь сейчас же. Осторожнее, Эйвор. Йорвикшир ведет войну с пиктами, гордым кланом, что живет прямо за Римским валом. Басим, скажи, ты давно говорил с Сигурдом? Мы порой беседуем. А что? Скажи, он не изменился? Не кажется тебе печальным, безучастным? Он куда более задумчив, погружен в себя. Задумчив? Это еще мягко сказано. Он говорит так, будто сами боги шепчут ему в уши. Сейчас странные времена, Эйвор. И люди тоже. Может, Сигурд благословлен? Но кто скажет наверняка? Верно. Хорошо, что Басим вернулся. Мне еще многому нужно у него научиться. Возьми. Членов Ордена стало меньше. О, хорошо. Надеюсь, это было не слишком хлопотно. И хочу дать тебе этот знак глубокой признательности. Освободим Англию от этих чудовищ. Мне уже пора. Ступай с миром. Битва продолжилась на холмах. Эй, кто это? Вы там все целы? Займитесь ранами. Устройте перекличку. Никого не бросим. Здравствуй, Эйвор, друг воронов. Я узнаю твое лицо. Фаровид, мы встречались в Йорвике на Йорльском пиру. Я помню этот кровавый праздник. Что ты тут делаешь? Меня призвал Ярл Хальфдан. Он где-то здесь? Был, пока не напали пикты. Мы разделились. Еще пикты на холмах. Все, защищаемся! Пикты. Они вряд ли будут рады меня видеть. Возьмем Хель! Let's go!
Ты не ранен? Жить буду. Если мы умрем, нас ждет пир у Одина. И так и этак, это победа! За Торра! Я спас тебе жизнь, друг. Еще раз. Хальфден Рагнарсон, мы встретились в пылу битвы. Доброе знамение. Я тебя не знаю. Ты из псов Фаравида? Я Эйвор из клана Ворона. А, Эйвор из Мерсии. Ты помог моим братьям Ивору и Убе и Финнеру в Восточной Англии. А я-то боялся, что ты окажешься выше. Верно, тебе этот страх непривычен. Ты откликнулся на мой зов, но, как видишь, в горький час. Мои воины изнемогают от усталости и жажды. Фаравид, прикажи разжечь костры для павших. Сейчас, мой ярл. Не здесь, не сейчас. Отпразднуем победу в Донкастере! Старший сын Рагнар Ладброка, по его словам. И как он тебе? Настоящий герой. Умеет произвести впечатление. И знает об этом. Добро пожаловать в Йорвикшир. Спасибо, Фаравид. Я надеялся, что твой ярл будет приветливее. Он мне пока не доверяет. Вот чего ты хочешь. Завоевать его доверие? Место в его клане? У меня свой клан. Я хочу связать узами дружбы новых правителей Англии. И ты считаешь себя одним из них? Мне нужен не господин, а союзник. Ну, в Нортумбрии правитель лишь один. Слышали, ярла? Начинайте копать! Римляне превзошли сами себя, возведя этот замок. Где тут искать ярла Хальфдена? Пикты хитрый народ. Они любят обман и засады. Будь осторожен. Леди Мойра, моей жене хуже. Я помогу, обещаю. Но сейчас я нужна Хальфден. Ты монашка? Но монашки похожи на гусынь. Не монашка. Я Мойра из Вики, травница Хальфдена. Он болен, и я прилагаю все силы, чтобы его исцелить. Я видел его в бою, он был здоров. Отчасти из-за моих настоев. Если позволишь...
Мы сокрушим их весной, не раньше. Так я решил. Но мои люди страдают каждый... Твои люди? С каких пор ты... Сначала нужно закончить войну. Пора нанести... Я решу, когда пора. Эти земли под моей защитой. Скажи это людям, король Риксик. Как пожелаешь, лорд. Кто это? Подойди. Хальфдан Рагнарсон, я ответил на твой зов. Благодарю тебя, Эйвор, брат Волка. Я наслышан о твоих подвигах. А, герой Йорвика, воспетый скальдами. Не просто герой. Эйвор навел там порядок вместо короля Риксика. Слышал, ты избавился от воров и предателей. Не один. Но я был впереди. Ты отдал мое серебро керлам и сервам Йорвика. То есть тем, кто нуждался в нем больше всех. Глупый выбор. Оно в сокровищнице короля Риксига. Я стараюсь не жалеть о решениях, принятых на войне. Согласен. Любые сомнения лишь отсрочили бы победу. Я не жалею, что отправил Фаравида против пиктов. Хотя победой он обязан Эйвору. Мы с Эйвором сразили их, Ярл Хальфдан. А ты лишь вонзил меч в уже хладное тело и присвоил победу себе. Твои шутки разят, как копье Одина, друг. Точно в цель. Я умер бы, если бы не твой молот, великий Ярл. Прими свою долю нашей добычи. Красивый кубок! Думаю, франкский. А что скажешь ты, Эйвор? Оставь вино и кубки рабам Христа. Мне по душе рог с медом. В его словах есть мудрость, Фаравид. Если позволишь, лорд, я вернусь в свой лагерь. Холодает, и путь не близкий. Жажда славы за лживой улыбкой. Лорд, в твоем послании было... Шш, тихо. Сейчас не время. Танцуй, пой и пей вдоволь, а после встретимся на вершине башни. Ты услышишь историю о дружбе и коварстве. Древнюю, как сам этот мир. Идем, я тебе кое-что покажу.
все это. Мы покорили все. Он и я вместе. Ты снискал славу, побеждая в битвах по всей Англии. Но не один, но нет. Бьорн Железнобокий, Уба, Ивар Бескостный, Сигурд Змееглазый. Великие воины, мои братья. Добро злато, битва слаще, но славе смерти нет. Жива она вечно в зале героев, под ней доблести конь. Мы вместе покоряли новые земли. Со мной были друзья, мой клан и, главное, Фаравид. Один воин не войско, Эйвор. Каждому герою нужны друзья. И я помнил об этом всегда. Готов ли ты принять еще одного друга? Эйвор, что дружба значит для тебя? Дружба не просто слово. Это узы, которые нельзя разорвать. Мудро сказано. Она и правда сродни заклятию. Хальфдан, твои слова вьются как змеи. Что случилось? Даже узы дружбы могут ослабнуть. Он посмел предать меня после стольких лет. Фаравид? Его верность кажется искренней. Да, кажется. Как свет солнца зимой кажется теплым. Но до меня дошли слухи об измене. Он точно хочет тебя предать? Не знаю. Тут-то ты мне и поможешь. Сначала выясни, верен ли мне Фаравид или нет. А потом поговорим о клятвах. С чего мне начать? Дай хоть какую-то зацепку. Видишь рог морского единорога, пропускаю через него мед и вино. Слышал о таких зверях. Плавают подо льдом за краем мира. Их рога защищают от яда. Думаешь, Фаравид хочет отравить тебя? Боюсь, он пытался. Несколько раз. Но так и не смог. Можешь не верить, но я его знаю. Шлет мне вино. Но за улыбкой зависть и тайны. Узнай правду. Раскрой его измену. Зачем доверять это мне? В Йорвике ты остановил Аудуна и его крысиную стаю. Сделай то же и здесь. Честь обоюдоостра, как хороший меч. Я помогу. Фаравид будет в своем лагере, выше по течению реки. Ступи в его войско и начинай искать. А если ничего не найду? Если он верен тебе? Это будет даже лучше. Хорошо. Я узнаю, что смогу, и вернусь, друг мой. Не доверяй Фаравиду. Он что-то скрывает.